И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. В этом обзоре я хотела бы рассказать вам о свежих новостях одного очень крутого проекта, о котором я уже снимала свой видеообзор, и называется он Tencent. Для тех же, кто не помнит, о чем данный проект, я настоятельно рекомендую просмотреть мой предыдущий выпуск. Ссылку на него вы найдете в описании под этим видео. Потому что прямо сейчас я хочу рассказать вам о старте их Infinity Airdrop, который призван привнести не только полезность всему активному сообществу, но и немного изменить сами правила игры для их Tencent токена. Ну что, заинтриговало? Тогда смотрите этот выпуск до конца. Ведь участие в аирдропе позволит всем инвесторам не просто заблокировать свои Tencent токены, но и получать другие токены, участвующие в Infinity Pool проектов, что, как по мне, уже звучит крайне интересно, но об этом всем поподробнее. Итак, платформа Infinity была разработана командой проекта Tencent исключительно с учетом интересов сообщества, поэтому основная задача платформы Infinity заключается в предоставлении всем своим лояльным держателям сразу несколько категорий проектов, участвуя в которых вы сможете получать токены от десятка различных криптопроектов. Как видите, для всех вас доступны сразу 4 варианта блокировки своих Tencent токенов, а именно бронза, которая позволяет блокировать минимум 100 токенов Tencent сроком на 6 месяцев. Серебро предоставляет нам блокировку на 9 месяцев минимум 500 токенов Tencent. И еще 10% бонус, о котором чуть подробнее я расскажу вам позже. Пакет же золота принимает блокировку уже от 1000 токенов Tencent и сроком на 12 месяцев с 15% бонусом. Ну и наконец пакет Diamond предлагает заблокировать нам сумму уже от 2000 токенов Tencent сроком на 24 месяца, в результате чего нам будут начислены 20% бонусами. Кстати о бонусах. Данные бонусы позволяют вам получать чуть больше токенов в ходе распределения и участия в данной программе. То есть, если вы заблокируете свои Tencent токены в течение первой недели старта Infinity Airdrop, то вам будут начислены дополнительные 5% бонусов, независимо от того, к какой программе бронзовой, Silver, Gold или же Diamond вы присоединитесь. Безусловно, чем больше бонусов у вас будет, тем больше наград вам будет по итогу распределяться. Кстати, распределение токенов. Происходить они будут еженедельно, и если в рамках первой недели всех участников Infinity Airdrop ждал только токен Tencent, то сейчас к этому пулу готов присоединиться и токен Leon от проекта Leon Corn Swap. Стоит отметить, что данный проект присоединился к платформе Infinity в качестве серебряного спонсора, получить токены которого вы сможете сразу после того, как завершится официальное IEO на бирже Kanga Exchange 12 октября текущего года. Если же в двух словах затронуть концепцию самого проекта Leon Corn Swap, то это сложная децентрализованная биржа и расширенный AMM, который предлагает такие функции, как рынок NFT, лотерея и IDO. Что же касается самого токена Leon, то это токен BIP20 стандарта, который является токеном собственной платформы для обмена Leon Corn Swap с общей суммой поставки в 350 миллионов токенов. При этом стоит отметить, что цена в период проведения IEO составит всего лишь 0,3 доллара за 1 Leon, что, считаю, вполне приемлемо. Однако, чтобы получить чуть больше полезной и необходимой для себя информации, как по Infinity Tencent Airdrop, так и по всем будущим проектам, которые будут добавляться к платформе Infinity, обязательно подписывайтесь на официальные социальные ресурсы Tencent, ссылки на которые вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Ведь, как говорится, доверяй, но проверяй. А на этом у меня все. Надеюсь, вы досмотрели данный выпуск до конца. Если да, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Криптоледи, если вы это еще по каким-то причинам не сделали. Ну а я желаю всем вам отличного дня, удачи и пока-пока.